Отходите, отходите оба, еще отходите. Как там ваша фортуна? Так, тренируемся. Все почти по-прежнему? Ну, состав тот же самый у вас? Ну, почти да. Там один ушел, то есть уехал за границу. Там, это, может, кого-то одного взял. Сад, может, будет за нас. Да? Он зимой играл во второй половине. Он сейчас думает или за него сам, или... Блуждает по команде. Я помню, и за ЛП он играл, потом какой он там еще. Червону зирку играл. Когда? Была Червоная зирка 2. А, ну это давно. Я помню, я помню. Года 2-3 назад. Команда судей. Так-то судьи там были, да. Так мы против них еще играли, я помню, ту штурм еще играл мы. И... Ой, я не помню, как мы сыграли. Но я помню, что я вышел только во втором тайме. Бля, и гол не забыл, один на один вышел. Это я помню. Ходу выиграли мы. Хорошо. Давай. Две 600. Ну, премиум лига, не. А, сейчас что будет? Тут две. Тысяча две судей. Там 2600 и 110 гривен. Но там два судьи. На премиум лиге? Да. 18 начальник? Да, ну да. Вот там три дивизиона. И что, в третьем тоже два судьи? Да, везде два судьи. А зачем это? Ну, все жаловались. Ваш судьи. Не, ну первый дивизион, второй, да. Нет, а все же одинаковых условиях. Все одинаковых условиях. Заявка. Не, ну можно было и по сумме скинуть. За счет этого. Зимуешь тоже под нас себя. Не, ну в пятом один был. Не, реально, он там же не видит вот что там. Что не видно? Не, когда такие команды играют, не очень сильные. Нет, там третий дивизион в порядке. Команды добавили, да, такие. Ну, команды мощные. Интерблоксерии, троллейбусы, ракета даже. Левша, Хелпис. Я не знаю, кто там будет играть. Но они будут. Ну, по-любому будут. Там нормальный такой состав. Это получается 2600 за сколько игр? Игр где-то 4-5.
координации. А будут проходить это на Динамо там? Все это школьное Динамо, может, тут будет. Динамо там уже все, там было. Да, уже ужас там. Типа это чемпионат умеет? На 10-й школе, скажешь. Ну и на Динамо, да? Не факт, что, я не знаю, что. Они влезут все. Ну тут точно не будет. Либо, ну, 10-я школа основная масса. Ну и Динамо. Уже два дивизиона и третий 18-й. А Динамо там, блин, с этой резины больше, чем... Вот на одной площадке. Ну, а там... На первой. Да, я еще два года назад помню, там невозможно было делать. А сейчас-то я представляю. Плюс солнце как раз печет, тут это все. Там с часу до семи время. Как раз. Осторожно! Растут. Может, все и на десятый. Было там. Нет, сейчас до семи. Там она и дорога. 200 гривен час. 250, да, да, да. Давай, крепи! Где было 200, погнали. Рекламу-то я и делал нормально.